Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, в мой новый день, в новый влог. И сегодня будет обычный домашний день. Я не знаю, насколько вообще интересно снимать влоги осенью. Сейчас я понимаю это, потому что осень всегда проходит очень дома и очень по-домашнему. И я сейчас очень редко куда вообще выхожу из дома, крайне редко куда-то выбираюсь. И в принципе все мои дни, они проходят здесь за какой-то интересной работой, за чтением книг, просмотром каких-то видео, сериалов, фильмов. Так что не знаю, возможно, ваша осень проходит так же. Я пью молочный улун. Это мой любимый чай всех времен. Так что да, сегодня по планам у меня, в принципе, ничего нет такого экстраординарного, разве что опять-таки работа, интересная работа, нужно записать подкаст, посмотреть некоторые вебинары. Вот из-за этого не всегда удобно записывать подкаст дома. Раз, два, три. Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Озарение дня». Меня зовут... Я думаю, что этот вопрос может быть однозначного ответа на вопрос на... Сегодня не мой день. Ребят, это так смешно. Я не сделала ничего из того, что я запланировала на сегодня. Я спала сейчас 2 часа. Я понимаю, что сегодня день, когда нужно просто быть амёбой. Вот просто весь день ничего не делать, ничего от себя не требовать. И такие дни очень-очень нужны. И мне очень грустно от того, что их так мало показывают блогеры. Вот этот один день или 2 дня, когда ты амебный, когда ты ничего не создаешь, ты не работаешь, ты ни с кем не общаешься, ты ничего не делаешь полезного, а просто существуешь, просто живешь на уровне своего тела, на уровне своих базовых потребностей. Вот эти дни, они самые важные. В эти моменты происходит перезагрузка, и в итоге ты выходишь на какой-то новый этап и новый уровень. Главное, не задерживаться в этом состоянии сильно долго, но я сегодня поняла, что я не умею отдыхать. Я пыталась записать подкаст, я пыталась все равно кучу всего сделать, хотя я прекрасно понимала еще с утра, что у меня вообще нет энергии. Работа, которая нам нравится, это все равно работа. Она все равно забирает силы и энергию. Поэтому очень легко не заметить, когда подкрадывается выгорание. Вообще жизнь, она не только в работе, она не только в том, чтобы все время что-то делать, но она и в том, чтобы просто наблюдать. Я просто очень хочу, чтобы люди перестали накручивать себя и чувствовать себя виноватыми за то, что они ничего не делают, за то, что они отдыхают. Окей, так что да, я сейчас проснулась. Доброе утро, X2. Сейчас 4 часа дня, и на улице идет снег. Это такой первый официальный снег в Москве. Середина ноября, скоро зима, скоро Новый год, новогодний период. На самом деле, я очень жду Новый год, и вот это предпраздничное состояние, мне уже очень хочется украсить свою комнату. У меня всегда на окне лежат гирлянды. Короче, мы сделаем из этого классный контент. Добро пожаловать на кухню, и я не просто так пришла сюда, потому что мы будем сейчас делать? Мы будем готовить и есть, я буду есть. Вот, я подглядела один прикольный рецепт на ютубе такого полезного салата с рукколой, с курицей, с помидорами и моцареллой, поэтому я купила рукколу, моцареллу. Так что сейчас буду готовить, и на самом деле я очень изменила отношение к питанию в последнее время. Я стала больше задумываться о том, что я кладу в свой организм, чем я себя питаю, потому что все вокруг — это энергия, и все энергии взаимосвязаны. Еда, которую мы потребляем, напрямую связана с тем, как мы себя ощущаем, как много энергии у нас, как много каких-то материальных благ у нас, изобилия. И я заметила, что я чувствую себя гораздо лучше и намного энергичнее, когда я питаюсь правильно, и питаюсь там овощами. Зелень — это очень важно, фрукты — и вообще полезные продукты. У меня сейчас есть цель исследовать еду, исследовать рецепты различные правильной пищи и выявить свои любимые рецепты, потому что я верю в то, что еда полезная, она может быть и вкусной. Вопрос в том, как ты ее готовишь, с каким настроением ты ее готовишь. Погнали! Ну! What the fuck?
Может быть, это слишком драматичное решение, но я, честно говоря, не хочу уже использовать руколу для этого салата, потому что я увидела то, что я не хотела видеть. Вот, так что я буду использовать микс салатов. Это вполне достойная альтернатива. Да, макароны почти сварились, и сейчас буду собирать салат. Все готово, салат готов. Честно, выглядит потрясающе. Не знаю, как на вкус, но должно быть также потрясающе. Я никогда не пробовала вот эти шарики моцареллы, если честно. Давайте попробуем. Моцарелла имеет очень странный вкус. Никакой. Но сам салат получился очень-очень вкусный. Ну, безвкусная. Мне все нравится, так что приятного мне аппетита. Доброе утро, сегодня среда, я только что ходила в клинику, хотела сдать анализ на аллергены, но не получилось дозвониться в лабораторию, поэтому я пойду завтра, вот, но погода сегодня шикарная, очень морозная, но такая красивая, белая, я голодная, потому что я не завтракала. Алло, здравствуйте, да. Ага. Я, наверное, лучше завтра приду, так как-то проще морально, да. Хорошо, спасибо большое. А, да, они только что дозвонились в лабораторию. Вот, так что завтра пойду опять сдавать анализ. Вот, так что слушала по пути, кстати, подкаст Митрошиной. Только сейчас до него добралась, и это выпуск про дисциплину. Так что доброе утро. Добро пожаловать в подкаст «Зрение дня». В сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить о наших внутренних ресурсах. Сейчас уже 4 часа дня, и я только что закончила записывать подкаст. На самом деле это было нелегко. Я записывала в 2 части, вот, сейчас буду монтировать это все. Но энергии сегодня не очень много у меня. Я думаю, что это связано, кстати, во многом и с погодой тоже, потому что дни становятся короче, погода меняется, снег. Там такой снег, вы просто, я в шоке. Не хочу на себя давить сильно, поэтому смонтирую сколько успею сегодня. Но я уже очень горжусь тем, что я собралась и закончила этот эпизод, потому что я уже была готова сдаться где-то там на середине, но я закончила, и я большая молодец. Хвалите себя за маленькие вещи. Это очень-очень важно, за небольшие достижения. И тогда большие достижения придут в вашу жизнь. Сегодня случайным образом нашла 4 новых трека в свой плейлист, и я поняла, что я очень-очень давно не обновляла плейлист. Но я понимаю сейчас, что новые треки действительно спасают, и они очень сильно меня заряжают. И мне очень важно иметь в своем плейлисте все время новую музыку, которая мне нравится, которая меня заряжает, от которой я кайфую. Вот, так что у меня сильно поднялось настроение сегодня вечером, и я даже написала новый трек. Вот такая она сила музыки. Сейчас уже почти 11 часов вечера. Я хотела поблагодарить вас за просмотр этого видео, за вашу подписку, за активность, лайки, комментарии. Вот, так что мы с вами увидимся уже очень-очень скоро, когда произойдет что-то интересное. До новых встреч!